после того, как попробовали изделие, ну, закусываем яблоком. Это лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Недавно я захлестнулся с одной царевной шашлычки. Зовут Варвара, 39 лет от роду. Манекенщица в самом соку, бесхозная, мислит Сибирь 99. Она уже облитая к тому моменту сидела, когда я подкатил. Кругаль за кругалем, ну, пивас. Я ей навалил за уши, что в ВДВ служил. То у меня дельфин в ванной жил. Слово за слово. Гляжу, а у нее от меня уже озеро между ног. Да ты моя хорошая, му-му-му. Я Влад каждый пизде рад. А без пяти на цели повез ее к себе. А у меня дома такая духота стояла. Ручей промеж булок тек. Но мы с ней в ванну элегантно сиганули освежиться. Там, где раньше дельфин жил. Стоим под душем, 5-10. За титечки ее трогаю. И тут она мне заявляет, носы на меня. Я в ахуе. Ты че, ебанулась, мать? А она мне, заткнись, иссы. Нихуя себе у мадам фляжка брызнула под 40 годков, но отказать не смог. Все-таки женщина просит. Устроил ей обильный золотой листопад в верхнем и нижнем Поволжье с переменной облачностью. Потом заряженный кувыркнул ее в койку. Там шевелил ее и так, и этак. Рено в лизинг оформил, наподдавал в башку на Верочку. Короче, наебся, как Бобик, чуть сердце не остановилось. Ну а хули я в этом деле вообще мэджик? Она пока в себя приходила, хрюму. Я разгазованный, есть! На кухне быстренько бигульмес готовил. Блюдо получилось просто шедевр. Ебать и резать, все равно сидеть. Поверьте, это дорогого стоит. Пока мы дегустировали, я успел поднашвыряться с Эмом. Ребята, чистейший ретификат. Гляжу, царевну от него уже конкретно разломало. Синяя, как изолента, сидит, всякую пиздотню мелит. Вот так и закончилась моя встреча с Варенькой. Но вы ничего плохого не подумайте, Варвара на самом деле девушка порядочная и скромная. Ну, почудила по синке один вечер, с кем не бывает. К ней нужно просто привыкнуть. Добро пожаловать в мир живых. Бери кирку и копай. Я давно хотел тебе сказать. Ты кошка. Ты материшься, сказали в садике. Дебилы, блядь! Закрыто, блядь. Эй, рукожоп, сюда иди. Вообще-то я дроид-манипулятор. Да насрать мне хоть вибратор. Валим отсюда. Эй! 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 Останется в живых, будут завидовать мертвым. Пенсионный фонд России! Эй! 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 Жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая. Пока мы живем терпимо. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Картошка домашняя, свежая, разваристая, очень вкусная. Картошка домашняя.
сшила мне штаны из березовой горы, чтобы попа не потела, не кусали комары. Мама сшила мне штаны из березовой горы, чтобы попа не потела, не кусали комары. Мама сшила мне штаны из березовой горы, чтобы попа не потела, не кусали комары. Мама сшила мне штаны из березовой горы, чтобы попа не потела, не кусали комары. Сегодня будет туса, я сегодня напился, сегодня будет туса, ла-ла-ла-ла-ла-ла, на-на-на-на-на. Сегодня будет туса, я сегодня напился, сегодня будет туса, я сегодня напился, сегодня будет туса. Get over here! Fatality. Finish him. Моя рыба, говорю! Моя! Лунка моя, рыба моя! Ну ты кадр, ладно, бери, бери. Кто-то там все-таки есть. Кто-нибудь дома? Я спрашиваю, кто-нибудь дома? You one ugly motherfucker. Ничего! А, я тебя съем! Сука, ты одноконтактная! Пизда тебе! Yeah.
хочется быстродействующих историй, стишков в 4 строчки, словесных препаратов с мгновенным, но краткосрочным эмоциональным эффектом. Смех, страх, отвращение, сострадание, умиление. Лучше смех, конечно. Никто не останавливается, чтобы подумать, все бегут. У всех мало времени, потому что вокруг очень много информации, которую хочется употребить. И не потому, что она нужна, а просто так, ради развлечения. Все превратились в полуночников. Вялых, бледных, с красными глазами, дружно ноющих о хроническом недосыпании, поглощенных информационным чревоугодием. Очень много шума, очень мало смысла. Ничего достоверного, ничего ценного. Фальшивые цитаты, искаженные факты, глупые шутки, игра на эмоциях. Одно бесконечное ток-шоу из тех, что популярны на телевидении. Все кричат одновременно. Разобрать слова нет никакой возможности. Кто прав, кто нет, не понять. И любая попытка донести истину обречена на провал. Нужно или также орать, надрывая глотку, либо молчать. Но уже без всякой надежды быть кем-то услышанным. 2000 лет назад в небольших селениях, называвшихся тогда городами, люди жили окруженные тишиной. Время двигалось спокойно и плавно, а не неслось непристойным галопом, комкая и без того некрасивый финал истории человечества. Каждое событие становилось историей. Каждый рассказ, услышанный от странника или чужеземца, поводом для размышлений, будивших фантазию, разум и чувства. Тишина позволяла открыться настоящим чудесам окружающего мира и увидеть их в восходе и закате, в звездах, ночных холмах, в течении рек и в молчаливых озерах. Слово могло стать плотью, новость – благой вестью. В дом юной девы мог войти ангел, чтобы приветствовать ее словами «Радуйся, благодатная, Господь с тобой». Как бы выглядела сейчас новость о приходе в мир Спасителя? Короткий репортаж в новостном блоке после политических и экономических новостей. Четвертая строчка в подборке на поисковом сайте. Обновление в ленте социальной сети ранним утром. В городе Назарет ангел, явившийся в дом местного плотника, сообщил его юной жене о скором рождении Мессии. 100 лайков, 10 репостов. Листаем дальше. Ангелы и сейчас говорят с людьми ничуть не реже, чем раньше. Только никто их не слышит и не видит из-за постоянного гула и пестрого мелькания, в которых легко различаются голоса и тени других сущностей. Тех самых, которые делают все, чтобы ни у кого не было возможности и желания остановиться, прислушаться, оглядеться, подумать. Но порой, если тихие речи посланников небес игнорировать особенно долго и упрямо, они обращаются к нам языком страданий и боли. Желающего идти судьба ведет, нежелающего тащит.